Сегодня на начальном этапе большой стройки нового спортивного объекта, бассейна в микрорайоне Московка, который здесь уже давно ждут, и многие жители уже дают хорошую обратную связь. Они радуются, что появится такой замечательный спортивный объект, который стал возможен благодаря концессионному соглашению между компанией «Артремстрой» и правительством Омской области. Сам проект реализуется в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Данный объект строится при поддержке губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, при его непосредственном контроле. И это место выбора не случайно, потому что было очень много обращений о том, что данные объекты, как плавательные бассейны, на Московке не присутствуют. Здесь не так далеко есть только открытый хоккейный каток, где располагается городская школа Кожевникова. Но таких объектов, как бассейн, куда могут массово приходить люди и заниматься оздоровлением, здесь нет. Поэтому было принято такое решение разместить его именно на Московке.